заказали нам адресную табличку на дом. Я ее никогда не делал, поэтому решил сначала попробовать сделать себе, так как у меня тоже нет, думаю, сделаю себе, так как заказчик не сильно торопится, говорит, мне не к спеху. Главное, чтобы к середине января у него было. Это он хочет сам себе на день рождения подарить такое дело. И вот я решил попробовать, сначала изготовлю себе. Я делал их, но делал кованые, как кованые, отгибал, с этого лгнул, с металлом. А сейчас решил по технологии, что изготавливал один мой знакомый. Мне понравилось, как он сделал, получилось объемно, такой объем хорошо, смотрится вообще шикарно. Ну, как на мой взгляд. И заказчику я предложил то же самое. Ему тоже понравилось. Вот сейчас решил поэкспериментировать, что получится. Сначала сделать себе, как говорится. Чтобы понять, где есть какие нюансы, недочеты в этом деле. Вот, сделал такие трафареты, распечатал. Все это сейчас вырежу. И потом на металл все перенесу и вырежу плазморезом. На металле. Ну что, будем резать потихоньку. Сейчас берем буковки. Налаживаем их, как нам удобнее, чтобы максимально больше на таких обрезках мы их могли вырезать. Ну вот как-то так получилось. Обрисовал я все буквы. Вот так и. Сейчас я их плазморезом вырежу. И все. А потом буду обворачивать, придавать полоску, чтобы придать им объем этих букв. Как-то так.
Вырезал буковки, обшлифовал. Получилось как-то так. Вот такие вот. Будет как-то так.
Вот она не зашлифованная. Ну вот, получилось как-то так. Вот такие буковки. Ну, еще есть номер, конечно. Своего не стал показывать. Вот такие они объемные получаются. Вот так вот в объеме. Сейчас еще зашлифуются, покрасятся.